Got this feeling in my head. It won't go away, no. To you, and I would be lying to play a game with you, so I just keep walking, not thinking it all through or even talking to people about you. Got this feeling in my head, it won't go away, no. Got this feeling in my bed. Приветствую всех, меня зовут Сергей, в игре Ник Интел, состою в клане Exit Bound. Сейчас я вам расскажу пару нюансов, которые я упустил. Как вы можете заметить, на этих прыжках не требуется разворот на 90 градусов от направления прыжка, так как вы через некоторое время тренировок достигнете такого уровня мастерства, что, грубо говоря, вам это не понадобится. И вы будете прыгать уже с малого разгона и с неполного поворота на 90 градусов от направления прыжка, и при этом не теряя эффективности системы. Также хочу подчеркнуть, что влияние FPS на длину, высоту и сложность прыжка очень влияет. Профессиональный джампер после перехода с 333 FPS на 125 будет себя чувствовать камнем во время прыжка. Не используя такой системы прыжков, вам никогда не добиться такой длины прыжка. Это наглядно видно в этом фрагменте. И еще, также можно делать стрифт-джампы на ходу, что позволит форсировать редзоны. Возможно, вы через некоторое время тренировок будете выполнять сильно длинные стрифт-джампы. И за счет этого будет не то, чтобы не долетать, а наоборот, перелетать нужные места. И чтобы этого избежать, вам придется интуитивно в воздухе притормаживать поворотами мышкой, либо кнопками управления. Ну а теперь под музычку можно посмотреть пару фрагментов, где используется эта система.
Еще, если у вас маленький FPS, но вам все-таки хочется попрыгать, зайдите на наш сайт клана Exit Wounds. На форуме в разделе «Полезное» есть статья от меня также, как повысить FPS на компьютере. Все прыжки были выполнены мною и на стандартной гравитации. Доказать не могу, но вам придется поверить. Пожалуй, мне уже нечего сказать. Удачного вам показателя FPS и длинных и удачных прыжков. Спасибо за просмотр.